Леди и джентльмены, уважаемые любители пожрать, вот теперь вот Монгол Иванович будет сейчас готовить плов. По-монгольски. По-монгольски, да. Вот видите, вот курочка-мурочка. Все, сейчас режу. Вот сейчас вот он режет ее. Да, вот смотрите. Вот. И вот, степка может быть. Вот Монгол Иванович. Варить и приготовить. Первая партия уходит. Первая партия в сковородку сейчас запрыгивает, ребята. Видите? Сковородочку она запрыгивает. Смотрите, Степка, он жрать хочет тоже. Вот Монгол Иванович, он такую вкусняшку умеет приготовить. Ну и я тоже. Да-да-да, сейчас будем. Да. Сейчас будем готовить. Вот сейчас смотрите, уважаемые леди и джентльмены, любители поесть. Вот он, видите, курочку-мурочку кладет в сковородочку. Чугунную, лучок, мучок, морковочка, петровочка. Все готово. Все готово, все на мази. Все чики-пики. Рис тоже вот тут, видите, готово. Сейчас на плов вкусняшка такая получится. А дальше процесс будет. Да. Всего вам самого наилучшего, леди и джентльмены, любители покушать. Вот вы знаете, уважаемые леди и джентльмены, вот мы оба с Олегом, пусть он хоть помладше меня, мы учились в школе-интернате, поэтому мы с раннего детства научились готовить. Вот смотрите, какой вот он вкусняшку сейчас приготовит. Пловик-мловик. Да, вот видите, тщательно размешивает. Пусть пока жарится. Да. Пусть пока жарится. Ну, остальное вы там дальше увидите. Оп. Оп. Вот смотрите, это будет по-монгольски. Кто как умеет делать, тот умеет делать. А я умею как. И очень вкусно получается. Да. В конце концов, посмотрите. Так. Лук готов. Лук готов. Лук почти готов. Все уже. Это мельница, все. Теперь морковочку. Теперь морковку. Морковочку закидываем. Приятного аппетита всем, кто будет готовить. Давай. Да. Всем приятного аппетита. Какая разница? Ну будет самое главное, будет вкусняшка. О, какая у тебя морда. Будет вкусняшка. В общем, ребятки, вот почти плов готов. Почти еще буквально 10 минут и будет вообще пальчики оближите, правда? Итак, рис спустили. Вот. Плов скоро будет готов. Узбекский плов. Не ври. Туринский. Монгольский. Монгольский, да. Что скажем? Монгольский. Ну как? Все видели, как что делается. А вы знаете, как плов по-узбекски готовится? Положи сперва укропу. Две гусиных лапки. Ну и тому подобное. Кошачьи. Вот смотрите, Олег Монголкин, он приготовил плов. Вообще отличная вкусняшка. Вот я его сейчас вот попробовал. Перемешиваем все. Да. Перемешиваем. Давай. Смотрите, как будет. Машинили трассу. Вот видите? Да. Это плов по-монгольски называется, ребята. Это очень вкусно. Я все переворачиваю. Да. Еще 5 минут постоит на простом огне и будет агонес. Вообще будет агонес, ребята. А представляете, еще даже спросить, где все мясо, оно все растворилось. Все растворилось. Я шучу, вот он все вместе. Олег молодец, вкусно готовит. Не обеднеешь. Во, все, это молодец. Ну, садись. Вкусняшечка. Дай бог вам всем, вот кто вот трапезничает, приятного всем аппетита. Садись, ты долго разговариваешь. А куда садиться? Вон стул. Нету, ты чё, вообще слепой?
Это твоя женщина стул, а у меня-то нету. Я тоже себе наклал. Ну что скажешь? Бык. Ребята. Так что все отлично получилось. И супер отлично. Вот так вот. Уважаемые леди и джентльмены, я хочу поблагодарить за огромное гостеприимство Олега Монголовича. Иди, а, перестань. Ну, перестань. Что он меня так вообще встретил гостеприимно. Да, нет, они то, что мы его, еще готовили ему крепкого вместе, здоровья. А? Ну и мы готовили вместе. Ну а тоже. Что, какой разговор-то? Какой разговор-то дальше? Всего тебе, Олежка, самого благополучного. Дай бог тебе крепкого здоровья, братан. Кстати, ест, да, заколебал. Ты сейчас по щам получишь. Что-то полно, да? Не успели прийти, на тебя уже молодая девушка повешалась, правда? Ты знаешь, кто это вообще? А какая разница? Большая. Она с парнем живет вообще-то. Ну так не здороваются. Просто обнимает, что за это. Да? А ты ее куда обнял? Обнял просто и да, все. Да, да, да. Тут на видюшке сразу видно, как ты ее обнял. Пощам не дать? А что такого? Пощам не дать? А что такого? Ничего. Мне самой не стыдно. А гостиница она к тебе приходила, да? Кто? Катя. Чего? Да, был момент, когда она приходила. Чего? Ну, ты когда познакомились с Ленки? Когда? Вот осенью. С гостиницы мы уже съехали. Проходи. Заходи. Здорово, здорово, братан. Че, как он у тебя? Наконец-то поймал. Наконец-то ты меня поймал, да? Да, что, бой будет? Да. Какой бой? У тебя будет бой. Нет, да, будет бой. С кем-то другим. Нет, да. Тобой. Зачем? Тобой. Все, я на пенсии уже. Не, нихуя не. Будет бой у меня. Да я тебе отвечаю. Проходи. Отвечаю, будет бой, братан. Давай, проходи, проходи. И меня Гавриил, значит, будет бой у да меня. Ты что? Все, раздевайся, проходи. Не бежай ты на меня, у меня да будет бой. Да будет, елки-палки, все, давай. Я серьезно говорю. Давай, давай, проходи, раздевайся.